публичную выставку. Этот материал вам, я уверен, не знаком. И вам он тоже был не знаком, как это ни странно. Хотя, в общем, в нашей коллекции есть аппараты, которые есть, она же не знакома. Но в целом, этот художник, в общем, в России не знаком. Почему? Родился в Петербурге, родился на Васильевском острове, родители уже жили здесь, учился в обществе поощрения художников, потом учился в академии в городе, которого закончил, и в результате он общался со многими своими современниками, в частности, вот одним из любимых близких друзей, друзей, чтений, там вообще такая история довольно, я бы сказала, странная, еще до сих пор не исследованная, с таким Яном Замлинским. Он общался очень-очень долго в течение практически всей его жизни. И в конце концов он сделал книжку, единственный он сделал книжку, в которой собрал афоризмы Замлинского, когда они опубликованы, они даже находятся в нашей библиотеке. А хотя Замлинского многие из художников, включая Кандинского, и Якова, и Карповского, и многих наших очень известных мастеров, Замлинского знают, Замлинского любили, уважали и как бы относились к нему вот так с огромным почтением. Но больше всего сделали Замлинского, получается, именно Александр Рубцов, который нам с вами известен. Вот какая-то запутанная, странная история. Итак, значит, петербуржец, много путешествовавший до того, как он оказался в Тунисе окончательно, много путешествовал по разным странам, в частности, Замлинский, не один раз. И он бывал и в Европе, и в Африке, и в разных местах. Он бывал, он любил путешествовать. И Замлинский всегда настаивал на то, что художник должен много путешествовать. Но вот в 12 году он оказался в Тунисе, и в результате он там так остался. Хотя приезжал после этого в Петербург, он приезжал в 13-м году на дом, потому что умер Замлинский, и он специально приехал, чтобы похоронить своего учителя, был здесь какой-то месяц, вернулся в Тунис. Ну, собственно, всегда, конечно, возникает вопрос, почему Тунис? Потому что он бывал во Франции, любил Францию, он бывал в Испании, любил Испанию. Почему Тунис? Ну, к счастью, к нашему счастью, сам Рубцов был в дневниках. И в дневниках он очень много прописывает, в том числе и почему Тунис. Потому что смерть Туниса, как он считал, это вот то, что он хочет писать всю жизнь. И так это получилось, что практически он всю жизнь писал смерть Туниса и вообще Туниса с его жителями, с его улочками, с его домами, с его атмосферой. И вот эти вот произведения посвященные они занимают огромное место творчества, хотя это, конечно, не все было решение творчества. И эти произведения, этот художник достаточно неплохо известен во Франции. Знают его там в Швейцарии, его произведения есть во Франции и Швейцарии. А вот так случилось, что в России осталась вторая работа, десятая работа в Русский музей. Есть еще интерьер имени Майлина, который тоже в 1909 году Рубцов прислал для князей Галиции. Майлина, Петербург. И все. И больше мы, в общем, о творчестве этого художника вот в недавнем времени ничего не знаем. К нам обратился Петербург, Тунисе, по происхождению, который живет в Москве. И к нам обратился с тем, что вот он бы хотел вернуть это имя этого художника на родину. Он сам собрал такую неплохую коллекцию его произведений, предлагает его показать в Русском музее. Мы посмотрели, с коллегами посмотрели работы, познакомились с этим художником и решили, конечно, это очень хороший повод продолжить наш цикл, который мы делали издавна, издавна и издавна, как художники русской публикации. Потому что, вы помните, мы из первого сделали
и осталось. Вот, значит, таким образом получилось, что мы сделали эту выставку. И я думаю, что мы правильно сделали, потому что, понимаете, это не просто профессиональный, очень хороший художник, но ведь и Африку, и как бы экзотические страны писали и рисовали многие, в том числе те, с кем вместе учился в обществе поощрения художества Александра Яркова, и Шухаев, и другие художники. Но в этом смысле вот тот очень от них отличается. Вот вы уже прошли соответствие, уже посмотрели вот эти вот, ну так, грубо выражаясь, фотографические изображения, и на этом те, кто из вас не знает. Яковлевские вещи африканского, скажем, периода и других, вы почувствовали разницу. Все-таки прекрасно, художник Александра Яковлева, но он всегда оставался европейцем. И то, что он изображал даже из жителей там, Африки и других стран, это было глазами европейцев. Как ни странно, на мой взгляд, вот Турцов, он настолько был внутри вот этого тунисского общества, Африки, что он писал эти картины, как бы их написали сами тунисы. Он чувствовал очень хорошо тунис, тунисский быт, тунисские одежды, тунисских людей. И даже я вас очень не помню, что кто-то из художников писал с такой тщательностью татуировки на лицах, на руках, что с такой тщательностью писал одежду. Спасибо, с вами.